Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в голодные акулы. Так, что нам нужно? Нам, во-первых, нужно прокачать уровень, насколько я помню, да, для того, чтобы открыть новых акул. И кто-то из подписчиков мне сказал: Рэй, играй за слабых акул. Я, правда, не понимаю, почему, но он сказал, так будет лучше идти прокачка. Уж не знаю, насколько это правда, но давай попробуем. Например, у меня есть акула домовой. Так, а я могу получить маков? Что для этого нужно нам? Погоди-ка, чтобы его... Чтобы нам открыть, что надо-то для этого? Эй, получить маку. Ага, вот эту акулу нам нужно получить. Только после этого я смогу открыть этого эхо, да? Значит так, нам нужно с тобой накопить 37500. Ну что же, попробуем. Акула домовой я буду использовать. И заодно посмотрим, насколько это действительно хорошо, насколько будет идти прокачка. Ребят, режим сложности можно, конечно, поиграть, но 5000 монет... За это тратить, ну, честно говоря, неохота. Пока у меня нет таких больших финансов, я воздержусь. Ребят, как только разбогатеем, да, именно на голду, сразу же приступим. А пока будем вот играть этим домовым. Так, ух ты. Напоминает мне, знаешь, чем-то рыба пила, по-моему, да, ее звать, с таким вот носом. Она даже ползать не может по суше. Плохо. По поводу прокачки я что-то не сказал бы, что обалденная она тут идет. Так же, как, в принципе, и финансы. Кто там, кто там? Ага. Поплыла она от меня. Не тут-то был. Ой, помойка. Так, давай-ка это все перехрумкаем с тобой. Медузы, естественно, мне кажется, эта акула есть не может, поэтому рисковать не будем. А вот с этой акулой она сможет справиться? Смогла. Тихо-тихо-тихо. Мы с тобой слабенькие, мы не сможем ни медуз поедать, ни мины. И я думаю, что любой сейчас противник какой-нибудь покрупнее меня появится, и меня сразу... схрумкают. Так, да я и трубу съем. Да что ж ты. Так, опа, опа. Ты видел? Ты видел, что делает? Смотри. Нарываются, они сами нарываются. Где она? Да я ее съем. Ну, эй-эй-эй-эй, всплываем. О, косячок. Так, подожди, где-то видел, вон она. Так, еще одна тут нападает у меня. Ты посмотри, а. Что они себе позволяют здесь. 71 монета. Ребят, я не знаю, с чего вы взяли, что идет прокачка лучше. Я вижу тут буква Y. Подобрали. Бонус выживания улучшен. Так, тихо, тихо, не надо. Золотая лихорадка. Опа, и она закончилась, да? Вовремя я остановился. Так, тихо-тихо-тихо, да и вот это вот. Я еще и аквалангиста где-то успел скушать. Захомячил, да, его все-таки? Да что? А я еще, кстати, плаваю-то здесь без бонусов. Опа, нифига, да я акулу эту съем. То есть у меня нету вообще никаких бонусов, потому что все мои бонусы остались на... Касатки. Ладно, пока перебьемся. Ну-ка, что у нас тут? Акула. Так, тихо, аквалангист. Мясной пир. Елки-палки. Но зато она какая-то, я не знаю, ребята, маленькая. И вот этот вот акула дымовой, она маневренная. Вот что я могу отметить. Так, тихо-тихо-тихо, блин.
Ну и, как мы видим, не так быстро ее навещает голод. Так, подожди, тут что-то буква какая-то, ну да. А как она... Ага, съедает, да? Или не съедает, я не понял, подожди-ка. Ага, можем съесть. Значит, скаты нам по зубам. Подожди, подожди, у нас с тобой очень быстро здоровье что-то начало. Ох, ё, не-не-не-не-не, ну это, конечно, ребята, да. Куда-то я заплыл не в те воды. Я спасать тебя не буду. Так, смотрим. Ага, уровень получили, да? Тут монетки. А почему у меня нету бонуса на умножение монет? Странно. А ну-ка, подожди-ка, дай-ка я выберу свою акулочку родную. Конечно, хотелось бы мака получить. И мы получим его. Так, использовать. У нас же тут, по-моему, тоже, ребята, скоро наша касатка прокачается. Да, мы должны с тобой еще все сундуки эти собрать. Это в наших интересах, потому что, ну, там голда все такие, да? И у нас, не забывай, задание висит. 20 тысяч монет. Ох, как же я обожаю, когда он так делает. 20 тысяч монет за один заплыв. Но для этого, мне кажется, нужно, знаешь, что сделать нам с тобой? Где-то портал найти. Чтобы нам зайти с тобой в портал, ну и, соответственно... Ага, ага. Захомячили всех, кого только можно здесь. Так, давай вот так вот на бережок. Погнали дальше. Сломали преграду. Ага, мы уже свой в лаве. Сейчас мы тут аккуратненько проплывем. Это мы с тобой все перекусим. Зачем сюда вообще попал, а? Тут как бы и делать-то по большому счету мне не... А, тихо. И нечего. О, буква H. Я ее успел поймать. Что там? Не могу понять, что-то захандрило у меня акулка. Так, стоп. Подожди, а куда плыть-то мне надо? Голод, голод, друзья мои. Ты что, здесь не можешь проплыть? Иди, акула, сюда. Так, закусили мы ей. Так, вот это тоже с тобой собираем. Немножко откормился. Это уже плюс. Аквалангист. Перекусили. Ух ты. Ага, золотая лихорадка. Слушай, ну шест был шикарно. Тихо. Моя акула просто ест все, что видит. Еще золотая лихорадка. Просто посмотри, что она творит. Ай, уже она кончилась давно, а я все. Погоди-ка, тут, по-моему, где-то. Ух, нет, 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 нет. Где-то здесь. А я его не вижу. Вижу, что летят стрелы. По-моему, его схомячил уже этого аквалангиста. Тут и оно. Так, мы можем с тобой пройти сюда. А, золотая лихорадка. И закончилось. Так же быстро закончилось, как и началась. И опять тут у нас куча мусора. Ой. Погоди, погоди, погоди. Блин, этот мусор, он... Ай. Так, тут типа дельфины, да, у нас? Оу. Перекусили. Давай, запрыгивай ты. Не может, не может он туда запрыгнуть. Так, мне нужно срочно что-то съесть. Во.
огромный косяк рыб. Тут куча акул. Не надо врезаться, пожалуйста. Что у нас тут? Я, по-моему, песчаную акулу сейчас съел в данный момент. И... Так-так-так-так, плывем. Опа, аквалангист, аквалангист, я его вижу. Еще один. Ну и, конечно же, куча-куча всяких маленьких рыбешек, которые с превеликим удовольствием... Слушай, а где же у нас портал? Ёлки-палки, разорвало. Так, ну я не буду резаться, друзья мои. Посмотрим. Почему нету бонуса-то? Я не пойму. Раньше здесь можно было... Или я путаю, ребята, игры. Я путаю, по-моему, да, с эволюцией. Это в эволюции можно было улучшать. Так, а что у нас здесь? Бесплатно. Купить или получить сейчас? Это магнит для монет. Бонус золота. Это тоже... Это все за рекламу, да, друзья мои? Неудержимость, гипноз. Люди, находящиеся поблизости, прекращают вас атаковать. Ничего себе. Бонус пищи. Сколько? 25 к пище бесплатно. Три раза, да? На сегодня дают. Слушай, а где вот этот вот осьминог, который мы сегодня получили? На пробу. Где он? Вот он, да? Но он тоже проглатывает медуз, как и наш вот этот вот. Странно. Что мы тогда от этого выигрываем? Да абсолютно ничего, ребят. Так, ладно, давай мы... А где у нас Арктика? Вот, пойдем в Арктику. Наверное, сейчас мы откроем с тобой карту и будем уже действительно открывать сундуки. Потому что, ну, как-то вслепую. Не айс. Давай-ка глянем. Угу, я вижу тут буква H, а потом N. Давай возьмем. Где-то вот здесь должна быть буковка H. Что-то я ее пока не вижу. Ага, взял. И рядом где-то буква N, вон она. Вот она. Нашли. Так, давай смотреть дальше, что у нас тут. Сундук. Внизу буква R, а потом идет сундук. Пойдем. Так, вот она, буква R. Ага, лихорадка началась. Давай пока займемся лихорадочкой. Так, а теперь посмотрим, где у нас сундук. Сундук, вот здесь где-то у нас перекрытие, которое мы даже будем сломать. Ой, тихо, это мина. Вот это, я так понимаю, перекрытие. И здесь... Стоп, я что, не туда поплыл? Обалдеть. Я переплыл даже. Где-то вот тут, что ли? Погоди, что-то не могу понять. Блин, еще выше, оказывается, а? Вот здесь. Ну, ускориться для... Так, ребят, один сундук я нашел. Давай посмотрим, где следующий. Следующий находится вот прям внизу здесь. Но дело в том, что у меня... Ага. Так. Ух ты, акулкой перекусили еще одной. Так, а вот и буква У. Допустим. Так, давай смотреть дальше. Это... Погоди-ка, это мне нужно... Вот сюда вот плыть. Хорошо, я понял. Так, давай-ка мы с тобой... Вот здесь вот начнем проплыв. Что-то я не понял, мне этот корабль мешает, да? Ай! Да куда ж ты лезешь-то? Дай! К
как специально меня тянет, а? Вот на эту пакость на всю. Как тут я должен проплыть, а? Это жесть, конечно. Сейчас у меня сойдет поле мое защитное, и все, и тогда я быстро погибну. Золотая лихорадка. Так, я должен плыть вот, вот сюда куда-то. Сундук, сундук нашел. Так, стоп, подожди, сундук, а что еще там у нас? Мы к чему плыли? Проплыть по низу. Ёлки-палки. А течение в другую сторону, да, течет? И не хватает. Давай, родной мой. Рыбу. Так, подожди, я, по-моему, в тупик пришел, не? Нет, нормально все. Так, давай посмотрим теперь. Значит, нам надо всплыть вот сюда вот. Здесь у нас сундук. Я его подобрал. Оу. Интересно, что будет, если вот эту вот подводку подобью? А мне ее, типа... Я не могу, ребят, ее подбить. Так, стоп. Как-то вот здесь надо, блин, проплыть. Вот сюда, да? Я открыл этот сундук. Мы с тобой насобирали всего лишь 10 тысяч монет. А нам нужно за... Я погибну сейчас, ребята, от голодухи. Давай-ка, наверное, мы с тобой еще разок оживем. Ну что, ожили. И давай смотреть. Так, здесь нам делать нечего. Игрик. Пойдем за буквой Игрик. Так, подожди. Не могу проплыть. Ломаем. Ух. Стоп. Ты наверху. Она наверху. Где-то эта буква здесь должна быть. Блин, я не вижу. Прям рядышком. Ага, вот она. И опять золотая лихорадка. Давай пока лихорадку будем тут. А у нас вообще супер-мега лихорадка пошла, да? Она кончилась или нет, не могу понять. Я не понимаю, что... Что происходит? Так, секундочку, давай посмотрим. Буква N на самом верху. Давай всплывать тогда с тобой. Всплывать. Так, дай перекусим. Золотая лихорадка. О, сколько здесь живности. А ты представляешь, если бы у нас с тобой еще, например, был бы бонус. Так, вот и буква N. Куда это его? Так, постой, мы плаваем с тобой уже просто так. А нам нужно букву искать. Твою же налево, они... Они в другую сторону, ребята, все перекинули. И, как ты понимаешь, голод. Такой маленькой рыбкой мы уже... А, нет, смотри-ка. Ух ты. Иди сюда. Так, вот только крупная рыба меня сейчас, ребят, спасает.
Ну не помойка же вот эта, которую ты ешь. Ну зачем ты так делаешь, а? Не, против голода тут, конечно, друзья мои. Ну, мне не устоять. Слишком прожорливой становится акула. А мне еще каким-то образом нужно 5000 накопить. И у меня, по-моему, вторая попытка, да? Ожили. Так, секунду. Просто плыть по прямой. Так, тут целая куча акул. Просто плыть по прямой и где-то здесь вот прям. Так, допустим. Следующее тоже, ребят, по прямой. Очень есть неплохой шанс эту буковку как можно быстрее собрать. Она где? Где-то здесь должна быть. Блин, я опять проплыл. Ага, вот она. Золотая лихорадка. Используем, ребят, этот момент. Только я, блин, рыбы ни шиша не вижу. Очень быстро она закончилась, конечно. Так, буква У. Она находится вот тут. Мегалодон, эй. В плане, я не понял. Так, где буква-то? А вот она. Так. Ага, супер голод. Супер голод. Не могу понять, почему у меня не растет бонус именно денежный. Он, друзья мои, он просто остановился. Прикинь, 15 тысяч и все. И он не продвигает. Не... А, во. Почему он не копится-то, я не пойму. Я вроде бы все ем. Ну, рыбу поедаю здесь. Но он очень-очень медленно растет. Всего лишь 16 тысяч. Голод, опять голод, ну ты прикинь. Вот как интересно, я здесь должен, ребята, вообще набрать 20 тысяч. Погибло. Погибла моя акула. И попытка есть еще? Нету. Только лишь гемы тратить. Но гемы я тратить не буду, к сожалению. Не знаю, ребята, как тут 20 тысяч поднять именно по деньгам, без понятия. Мне кажется, здесь нужно супер бонус иметь. Давай я, наверное, тогда сделаю что? Бонус очков. Нет, бонус золота. Вот так с тобой сделаем. Так, ну что, друзья мои, я взял мега лихорадку. Короче, бонус золота и бонус выживания. Не знаю, насколько мне это поможет, но будем пытаться. Так, возьмем мы, наверное, с тобой. Не хочу арабское. Может быть, вот это вот. А, это арктическое, мы уже здесь собрали. Тогда придется вот этот самый первый. У нас тут как раз все сундуки целые. Сейчас посмотрим. Может быть, с помощью этого бонуса и заплыва мне все-таки получится набрать 20 тысяч монет. Кстати, а мы можем с тобой за 50 кристаллов купить навсегда карту. Может быть, так и сделать, а? Давай так и сделаем, наверное. Так, ну что, давай смотреть теперь. У нас Х и Р внизу. Поплыли. Так, Х и Р где-то здесь, что ли, или... Ну да, сейчас мы это все дело с тобой оплывем. Я вижу Х, это Р. Так, подожди, Р. Х, повыше чуть-чуть. Повыше чуть-чуть, а где? А, вот. Норм. Так, теперь давай посмотрим, что у нас. Я вижу здесь сундук. Там, кстати, и буква рядышком, да, с сундуком. Да что тебе заклинило-то, эй. Так, где-то... Подожди. Вот здесь вот пробиваем. Я хоть правильно двигаюсь-то? Правильно. Вот он, сундук. Дальше буква G.
Вот она. Так, наверху. И еще, ребята. Подожди, я не могу здесь проплыть. Где ты? Вот он. Они его засунули еще в эту, в помойку в самую. Так, ладно, здесь мы проплываем, короче. И опять же нам нужно с тобой двигаться вниз. Вниз, 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 говорю. Так, Y. Ё-моё, сундук взял. По-моему, подобрал. Давай дальше смотреть. А тут, как бы, получается все. Буква N у нас вон там, он. А где остальные-то сундуки все? Они, понятно, в другой части экрана. Значит так, всплываем. Кто это у нас тут? Кит? Кит. Иди сюда. Да подожди, ты что ты делаешь-то? Ну... Да ты будешь... Трындец, короче. Застрял еще там где-то. Ладно, не получилось так. Будем тогда немножко по-другому делать. Акула, иди сюда. Мне нужно здоровье, ребят. Золотая лихорадка, отлично. То, что нужно. Подожди, куда я вообще плыву-то? Плыву, разошелся тут. Не на шутку. Стоп, буква N, она вообще там находится. Это, видимо, мне нужно вот здесь вот всплыть. Что мы сделали? Правильно я хоть, да? По-моему, так вот. Давай, 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 плыви. Да. Ну ты, блин, серьезно, что. Ты, трудец. Почему не можешь? Можно, конечно, как-то попробовать тебя плыть тут. Да давай ты двигайся, господи. Где? Вот тут вот, да, я так понимаю. Или это не то? Совсем не то. Эй, 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 эй. Может быть сюда? Она слишком крупная. Ребята, она застряла. Она застряла, она сейчас погибнет у меня. Она не может тут проплыть. Дебилизм, самый настоящий. Ну и что? Ребята, надо выплывать отсюда. И я и выплыть не могу, прикинь. Вот это я доигрался. Все запорол. Она не может. Она не может, ребят, ничего сделать. Видишь, я считаю, что это тупость первой категории. Это ж так застрять в каких-то трубах. Нафиг вообще тогда ее сюда пустили, а? Вот скажи мне на милость. Ладно, не будем тогда мы с тобой здесь оживать. Это бесполезно, как ты понимаешь. Просто проигрываем. Все бонусы на смарку. И все мои монетки тоже на смарку. Жесть. Заплыл, называется. Так, 7000 монет, да? Получил я. Слушай, а сколько мы вообще с тобой накопили? Мы можем позволить себе купить... Да, мы можем позволить себе купить новую акулу. Если я не ошибаюсь. Мако. Где он там? Вот. Купить. Угу. И после этого нам открывается. А почему эхо не открывается? Получить сейчас. Ага. Только лишь за гемы я могу взять. Ладно, ребята, эту рыбу я пока получить не смогу. Но зато я смогу купить вот эту. 60 тысяч всего лишь стоит. Ну как всего лишь? Это 65.
Так, ну что, надо как-то, ребята, делать заплыв, и я не знаю. Но, тем не менее, акулу мы сегодня купили, то есть уже сыграно не зря. А вот сундучки я так и не открыл все. Так, ну что, вот здесь вот можно, в принципе, поискать 5 сундуков. А у меня что, бонус золота остался? Ой, какую акулу-то я взял? Ой, дурень, 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 ребята, это что... Да-да-да, что там 70... Чего там? Что-то написали, 75 тысяч. Ну, этот Мака не прокачанный, он вообще, ребят, ни о чем. Без бонусов еще к тому же. Какой-то вообще кисляк. Будем честны. Ну, ты посмотри на него. Слушай, а вот как вот тут медуза, наверное, в плане? Она все-таки ядовитая, да? Угу, молодец, Рэй. А лучше не придумаешь. Нет, ребят, ну... Мак это не для меня. Для меня это вот в данный момент наша любимая акулка. Ну, зато мы проверили это Мака. Я тебе скажу, что она вообще ни о чем. Просто ни о чем. Может быть, из-за того, что, естественно, я привык использовать вот эту вот гигантскую рыбеху, которая называется касатка. Ну что, давай еще с тобой сделаем заплыв. А сколько здесь стоит карта? Тоже, наверное, 50 гемов, да? Давай бесплатно. А если я хочу купить? Никак, да? Ну что, я вижу... А, вот, ребята, за 100 гемов. Я вижу, я здесь букву R. Так, ты будешь двигаться или нет, а? Вот она. Но здесь почему-то она красным. Почему, интересно, красным? Так, секундочку, R. Дальше что? А, у нас сундук здесь, в самом низу. Я пойду его попробую открыть. Так, ну что, сундук мы с тобой открыли. Давай смотреть дальше, что у нас тут. Внизу, я смотрю, еще сундук. Да, господи, ты двигаться будешь сегодня или нет? Че ты как в штаны наложил, а, акула? Касатка. Трындец, короче, какой-то. Да как еще-то нужно ускориться, я не могу понять. Что это такое? Я не могу съесть какую-то электрическую ерундовину. Так, ладно, хорош. Буква Y у нас где-то здесь. Что-то тут слишком много их водолазов. Так, стоп. Дальше у нас куда тут? Сундук на самом верху. Где-то вот здесь. И нам нужно что сделать? Как всегда, всплыть. Вот таким вот образом, да? Нифига, мы прям по улочкам. Это что-то с чем-то. Так, секундочку. Подожди, подожди, подожди. Это мы сейчас куда с тобой? Это вниз. И, кстати, вот здесь, вот если мы вниз проплывем, будет буква G и еще один сундук. А меня, кстати, здесь выталкивает. Опа, опа. Да, господи, куда? Так, я хоть правильно плыву-то? Ого, смотри. А что это за... А что это за акула такая, ребят? Я ее, прикинь, съел. Ай-яй-яй, у меня голод. И правильно, съел объедки и погиб. Давай смотреть дальше. Так, здесь я все взял. Мне надо отсюда выплывать. И быстрее желательно. И буква У. H. Короче, поплыли. Здесь нам с тобой уже...
Ну, делать, короче, нечего. Что-то это не похоже, что я выплываю. А нет, все нормально. Тут скорее не надо копить бес... Ну куда ты? Так, ладно, съели. Да ж сколько вас тут? Это медуза паршивая. Погоди-ка, мне вообще куда надо идти-то? Мне надо идти... Ага, вот здесь вот мы с тобой проплывем. Понял. Медуза еще гигантская, дурацкая. Вот здесь вот... Ты будешь пробивать? Я не понимаю, что с... Ух ты, так что? Оу-оу-оу. Смотри, какая гигантская рыбеха. Да что такое-то, а? Я ее съел. Мега-лихорадка. Воу. Вот вроде бы кушал сейчас, да? Кушал, 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 кушал. Да твою налево, а? Так, друзья мои, последняя попытка у меня для того, чтобы успеть насобирать 20 тысяч. И эту попытку хотят мне испортить, да? И я без ускорения, плюс у меня голод. Да почему же ты такой жуткий голод-то, а? Отойдите от меня все. Да я акулу съем. Да акулу ты будешь есть сегодня или нет? Фух. Ну, ребят, ну что за это-то, а? Я насобираю сегодня 20 тысяч или нет, блин, а? Все, ребят, можно расслабить булки. Я насобирал 20 тысяч, которые и хотел. Прям тут в ресторанчике шороху навели. Давай, давай, давай. О, они прям в воду попрыгали. От отчаяния, да? Тут какая-то группировка прям. Бабку всех, всех, всех этих. Якудзу. Ого. Яхточку там с собой быстренько, да, ушатали. Так, подожди, а что мне... Блин, опять этот заплыв. Аллигатор, давайте съем. Ну, как ты его долго перевариваешь, а? Этот голод просто жуткий, ребята, голод. Неутомимый. Тут же едим и рыбу, тут же и помой, да? Все до кучи, короче. А, в плане, а кто сейчас... Чего? Я же вроде бы... Какую-то там баночку подобрал, даже не была миной. Вот эту я не могу, ребят, подбить до сих пор. Вот эту вот подводную лодку, или как его назвать, батискаф, наверное. Все-таки. Ну, понятно, голод, короче, и все. Как-то интересно, мы так погибли. Так, ну что, друзья мои...
Я собрал 20 тысяч. И что? И что за это мне будет? Ничего, да, сказали? Просто, просто сделал как бы этот бонус, да и все. Так, 42 тысячи, друзья мои. Я думаю, что в следующей серии мы с тобой, наверное, купим следующую акулу. Это будет класса L. Нет, не класса L, это уже XL, скорее всего, будет у нас. За 60 тысяч, да. За 60 тысяч мы с тобой приобретем. А может быть, да, нет, за 100 вряд ли. Но за 60. Так, а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!